Здравствуйте, дорогие друзья! Я Инна, это канал Speak Easy, и здесь мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал, и будем учить английский язык вместе. В этом уроке мы учим слова и выражения на английском языке, которые берем из диалогов. Всегда начинаем со слов нового урока. В правом верхнем углу подсказка, по которой вы можете перейти на урок с 9-м диалогом. А теперь давайте приступим к изучению новых слов и выражений. Повторяйте за мной на английском. Big – большой. Birthday card – открытка к дню рождения. Have got – have. Иметь – mug – кружка. Say – said – said. Сказать – t-shirt. Футболка. Теперь наоборот. Я говорю на русском языке и делаю паузу. Вы вслух произносите перевод, затем проверяете себя. Начинаем. Большой. Big. Открытка к дню рождения. Birthday card. Иметь. Have got. Have. Кружка. Mug. Сказать. Say, said, said. Футболка. T-shirt. Повторяем слова и выражения из 8-го диалога. About the coffee. Насчет кофе. Birthday. День рождения. Busy. Занятый. Can I ask you something? Я могу спросить тебя кое о чем. Exactly the same. Точно такая же. Food. Еда. Have dinner. Обедать. It's late. Уже поздно. No new known. Знать. Let me think. Дай-ка подумать. New. Новый. Night. Вечер. Ночь. Take a taxi. Взять такси. The other. Другой. There. Там, туда. Think, thought, thought. Думать. Tonight. Сегодня вечером, сегодня ночью. Typical. Типичный. Теперь наоборот. Насчет кофе. About the coffee. День рождения. Birthday. Занятый. Busy. Я могу спросить тебя кое о чем? Can I ask you something? Точно такая же. Exactly the same. Еда. Food. Обедать. Have dinner. Уже поздно. It's late. Знать. No new known. Дай-ка подумать. Let me think. Новый. New. Вечер. Ночь. Night. Взять такси. Take a taxi. Другой. The other. Там, туда. There. Думать. Think, thought, thought. Сегодня вечером, сегодня ночью. Tonight. Типичный. Typical. А теперь повторяем слова из 7-го диалога. Size. Размер. Small. Маленький. What size do you want? Какой размер вам нужен? Medium. Средний. Try. Мерить. Пробовать. Where can I try it on? Где я могу ее примерить? Changing room. Примерочная. Do you take credit cards? Вы принимаете кредитки? Теперь наоборот. Размер. Size. Маленький. Small. Какой размер вам нужен? What size do you want? Средний. Medium. Мерить, пробовать. Try. Где я могу ее примерить? Where can I try it on? Примерочная. Changing room. Вы принимаете кредитки? Do you take credit cards?
Дорогие друзья, с сегодняшнего урока у нас начинается четвертое повторение. Сегодня это слова первого диалога. Повторяйте за мной на английском. Кофе, diet, диетический, flight attendant, стюардесса, here you are, вот возьмите, ice, лед, just, только просто, just lemon, только с лимоном, milk, молоко, tea, чай, would you like a drink? Желаете что-то выпить? Теперь наоборот. Кофе. Coffee. Диетический. Diet. Стюардесса. Flight attendant. Вот возьмите. Here you are. Лед. Ice. Только. Просто. Just. Только с лимоном. Just lemon. Молоко. Milk. Чай, tea. Желаете что-то выпить? Would you like a drink? Дорогие друзья, это была работа над словами. Ставьте класс этому уроку, задавайте вопросы и пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.